Quantum Derelict. Это игра. Вот внимание, сейчас это игра ужасов на выживание в жанре Rockwell Light, действие которого разворачивается в леденящем душу повествовании, вдохновленным Лавкрафтом. Опять этот Лавкрафт. В неизведанных просторах космоса перехитрите зловещий культ Вуг Шегера и затаившиеся ужасы, стремясь сохранить рассудок, найти спасение, выжить, несмотря ни на что. Ну, вообще-то, по поводу описания, если бы я так изначально прочитал описание к этой игре, я бы даже играть не начал. Но, вообще, это довольно любопытный проект по выживанию, могу вам сказать. Нужно добывать необходимые для команды ресурсики, воду, кислород, ну, вообще, как-то их перерабатывать. Правда, я вот вообще не въехал как. Пробовал играть второй раз, тоже не понял. Но даже на это, несмотря, игра меня зацепила. Во-первых, да, это демо-версия. Для нее, в принципе, я даже на это плюнул. Мы на космическом корабле прыгаем, в принципе, в случайный сектор космоса, добываем, что есть. С помощью этого пытаемся выжить. Да, рандом здесь будут, как говорится, рулить. В игре хорошая графика, приятная атмосфера и нормальная оптимизация. Слушайте, в этой игре чувствуется загадочность реально космоса, чувствуется некая опасность в космосе. Да, конечно, тут то ли я не разобрался, то ли слишком много косяков, но все равно она цепляет, эта игра. Она цепляет своей необычностью, она цепляет своей креативностью. Могу сказать только еще раз одно. В эту игру стоит попробовать поиграть. Ну да, русского здесь нету, но тут и без него прекрасно можно сориентироваться. Но вообще вот видно, что в игре разработчикам было, как говорится, предпринято реально хоть что-то. Он старался игру сделать, и он получилась у него очень интересная довольно-таки игра. Он, правда, придется ждать, скорее всего, выхода полной версии, чтобы попробовать в нее хотя бы одну-две серии заснять. Потому что в действительности я что-то не понял насчет демо-версии. Там, кажется, многое не работает.